Мимир, я видел гробницу с изображением великанши с множеством книг и видений. А, это охранительница знаний Гроа. Она была сильной чародейкой, собравшей все книги с тайными знаниями в надежде достичь такой мудрости, чтобы найти своего пропавшего мужа Аурванделя. Но муж не явился ей в видениях. Вместо этого Гроа, которой никогда не было равных в даре предсказания грядущего, увидела Рагнарёк. Конец и начало всего. Знаешь что? Я попозже расскажу. Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия. Как у него рука поднялась на отца? Невероятно, правда? Ну да, мы знаем лишь одну половину истории, но все-таки, это же отец. Да, я на тебя иногда злюсь, но ведь... Да ну. Бывает, иногда, немножечко, но я бы не ударил тебя в спину. Да, это вряд ли. Эти разбойники не желали видеть гостей. И как нам войти? Надо как-то поднять ворота. Может, водяное колесо? Я так думаю. С
слева! Ну и злобный же ты, гад! Когда ты злишься? Что? На меня. Когда? А, ну... Когда ты говоришь, что я чего-то не могу, а я могу. Человеку сложно признаться в том, короче, что короче, я понял. Я мелкий. И где может быть этот камень? Яд Сейдра! Тихо, голова! Сын. Слушаюсь. О! Новая метка. Yeah.
там случилось? А вот и сын. Того призрака? Как ты узнал? Вот знак. Такой же был на кинжале в спине его отца. Он своего добился, но удержать не смог. Они его предали. Подлость рождает подлость. Видимо, команда не ужилась с тем, кто убил своего отца. Он думал, что готов вести, и заплатил жизнью. Похоже. Взгляни-ка, у его ног. Точильный камень. Да, им они разбили ему голову. Правда? Фу. Отец! Точильный камень. Наверняка он непростой, раз Синдри его ищет. Ну... Разбойников свои критерии. То, что не блестит, нельзя съесть или выпить, сойдет в качестве тяжелого тупого предмета.
Вот и все. Трума! Тут свиток. Это написал сын. Ух ты, так много-то. Отец, прости меня. Угрызение совести. Сожалею о содеянном. Лучше бы он подумал до, а не после. Не пришлось бы локти кусать, так? Ну да. Хорошо бы отнести это его отцу в хранилище. Я вижу что-то внизу. Где мы остановимся? Ах, да! Чародейка Гроа надеялась в своих видениях найти мужа, но вместо этого узрела Рагнарёк. Давай я тебе попозже расскажу. Нашли мы твой камень. О, чудесно! Необычные пятна. Им одному разбойнику башку раскололи. О, чудесно! А это вам за труды. Скорее бы испытать новый камень. Вид у него не очень, но он так и пульсирует магией.
Я остался без камня, когда его у меня одолжил брат. Он на него плюнул. «Для смазки!» — сказал он. Я не стал просить его вернуть. Сегодня я художник. Может, что-нибудь еще? Я на тебе как влетаю. Рад, что был полезен. Если я бог, наверняка могу летать. Нет, нет! Богам тоже нельзя сходить с тропы, поверь мне. Слушай, ты не злись, но я уже видел эти твои клинки. Дома, под полом, где я прятался. Поэтому ты меня туда не пускал. Откуда они взялись? Они мое бремя из прошлой жизни. Ну, теперь это и мое дело. Я хочу знать, как все было. Это уже в прошлом. Вспоминать ни к чему. Как правда может быть ненужной? Когда-нибудь ты поймешь. Ну, поверю на слово. Прыгаем. Правда? Мать моя! Что вы там ковыряетесь? Да идем уже!
парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти пройден. О, а вдруг придем в Ютунхейм, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное — выполнить просьбу твоей матери. А, никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали семейное дело. О, а я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа — хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Вот как? Да! Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смертных! Ну ладно. Обидно. Давайте лучше делом займемся. Наверное, у меня еще есть силы. Так, куда теперь? Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду. Даже горько. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня.
лучше я ее понесу? Нет. Почему? Мы почти дошли. Я же справлюсь. Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить о ней с уважением. Ну и ладно. Неси ее сам.